преступления на почве ненависти по отношению к ЛГБТИ в Беларуси. В Беларуси отсутствует сбор официальной статистики о гомо- и трансфобных инцидентах. Согласно данным нашей инициативной группы, имеется информация о более чем 100 инцидентах, вызванных ненавистью к ЛГБТИ в 2012-2018 годах. По нашим данным, по меньшей мере 12 жертв обратились за помощью в милицию в этот период. Тем не менее, официальная позиция нашей страны состоит в полном отрицании такого рода инцидентов, как это следует из 5-го периодического доклада Беларуси в Комитет ООН по гражданским и политическим правам. В Беларуси нет программ обучения для правоохранительных органов, направленных на расследование преступлений на почве ненависти не только по основаниям сексуальной ориентации, гендерной идентичности, но и в целом. Даже если жертвы обращаются в милицию, они могут столкнуться с препятствием преследования агрессоров. Милиция часто не принимает всерьез заявления о таких преступлениях, жертвы получают необоснованные отказы в возбуждении уголовных дел. Типичной формулировкой отказа является отсутствие состава преступления, даже в тех случаях, когда жертву подвергли нападению и избиению. Нередко пострадавшие подвергаются унизительному и оскорбительному обращению в милиции, а преступники даже получают сочувствие со стороны должностных лиц. По этой причине жертвы не хотят никому рассказывать о том, что произошло, агрессоры остаются безнаказанными. Это влечет за собой латентность таких преступлений и рост их числа из-за чувства вседозволенности. Даже если уголовное дело расследовано и направлено в суд, мотив гомо- или трансфобной ненависти обычно не расследуется и не учитывается как отягчающее обстоятельство. Только однажды гомофобное нападение было признано белорусским судом преступлением на почве ненависти. Однако с февраля 2016 года, когда это произошло, такой подход так и не стал началом устойчивой практики. И рекомендация. Для ГИБСИ ОБСЕ я рекомендую уделять больше внимания теме борьбы с преступлениями на почве ненависти к ЛГБТИ. И для Беларуси. Первое. Ввести в учебную программу для правоохранительных органов подходы к расследованию преступлений на почве ненависти, включая совершенные по гомо- и трансфобным мотивам, а также правила корректного обращения с жертвами. И второе. Запрашивать и использовать методологическую и иную поддержку со стороны БДИПЧ ОБСЕ в борьбе против преступлений на почве ненависти. У меня все. Спасибо.